Василий Иванович, Петька Анка. По пустыне. Идут. Забил разница. Ну, как там история. Ага. Анка все обтрепались. Ни воды, ни еды. Анька обтрепалась. Идет за барханами там. Ну чтобы неприлично. Все, жрать охота. Сидят, Василий Иванович, Петька сидят. Василий говорит: Петька, ну где твоя коммунистическая сознательность? Коммунист может в любой ситуации может выговориться, еще еду и воды найти. Ну и все, ладно. Утром Василий Иванович просыпается, Петька раз вертел, у него тут костер жарит, мясом пахнет. Василий говорит: Петька, вот видишь что, стоило бы мне тебе напомнить, ты все. Петька такой задумчивый говорит: Василий Иванович, а что тебе больше всего в Анке нравится? Он говорит: ну как, глаза у него очень хорошие. Ту, блядь, а я тебе ляжку оставил. Сожрали, да? Да хули вы уже заебей. Ну, блядь, глаза голубые хорошие. Блядь, а я тебе ляжку оставил. Как дела у тебя, Васёк? Серединка наполовинку. Серединки наполовинку? С понедельника надо в ДПО. Акт на домоход. Я приехал. Михалыч, ну что ты акт на, ну, подпиши на домоход. Печка. Она не переводит к себе. Не, надо мне самому приехать. Я говорю: хорошо, а когда? С понедельника. Да ёптон, я говорю, это за долг все заплатил, штраф все заплатил. Осталось мне только вот этот акт, доход, потом в газовый договор. Ну, на все. И потом мне оттуда квитанцию дадут, потом мне опять в Ободинский отдел, там мне еще квитанцию выпишут на подключение газа. Ну все. Ты знаешь, Сашка, вчера какая хуйня получилась. Эта ссылка пришла, блядь. На телефон я пока еще не очень владею. Новый телефон. Ага. Раз. Но владеешь, да? Все-таки. Не, раз. Мне там приходит какая-то хуйня. Скажи. Вот насчет Украины, наверное, это самое. Как называется? Продолж, помогите, ну, в смысле, как зампочек, как, блядь, хуй с собой. Угу. Ну, я раз это самое, кнопку нажал. Сколько можно отправить? Ну, я говорю, ну, 500 рублей. Цифру набрал. Хуяк, мне приходит ссылка оттуда, приходит, ебать, все. А у меня там больше 100 тысяч. Хуяк, нету, ноль. Я баланс набираю, блядь, две симки. Баланс набираю, значит, мегафон, на каждой, короче, больше тысячи. Звоню Горину Вовке. Это, блядь, короче, звонок за счет друга недоступен. И как за счет друга, я сам набираю, блядь. Дура, это пишет мне, ебаная. И я что случилось? Рога. Ничего, я сейчас раз утром, ебать в рот, говорю, нихуя себе, ты в минусах. Денег нету? Ну да. Списали, короче. Подхожу сейчас к этому, к Артаму, Сергею. Сергей, ну посмотрим, расход. Все на месте, блядь. Больше за 1000 у меня на счету. А что мне эта хуйня приходит, ебаный рот, блядь? Ты еще не владеешь телефоном как надо. Ну это мне, да. Разберешься. Да у меня простой был уже телефон. Что ты, записываешь меня, да? Да так, немного. Ну, сейчас я тебе еще расскажу. Значит, Фрол Кузьмич был парень знатный. Средних лет, весьма приятный. Был он холост и плечист, только нахуй был нечист. Ни одну из местных дам зажимал по углам. Раз сидел в своей столовой, пил он чай из чашки новой. Прибегают тут кулаки, ну местные ёбры, Петряки.
что тебе, паскуда, надо? Говорит Кузьмич с засадой. Мне на ничего. Ваше милости письмо. Почесал Кузьмич яйцо. Ну, читай же письмецо. В том письме сие гласилось. Милый граф, я износилась. 2 недели не еблась, в пизде плесень завелась. А еще в песне гласилось, милый фром, как я изнылась. Не приедешь ли к утру, дамся кучеру Петру. Фрол примчался с позаранком. В дверь влетел, попал в лоханку. Подбежал к ее постели. Что же он видит? В самом деле, меж ее вонючих ног пробивался запашок. Фрол Кузьмич пизду пригладил, навострил свой хуй, наладил. Ой, блядь, наконец два раза плюнул и в пизду его засунул. Что за дива, сущий брак? Хуй стоял и вдруг оббег. Тут графиня обозлела, Кузьмича горшком огрела. Фрол Кузьмич схватил в охапку свой пиджак, штаны и шапку. Вот, подбежал к своей карете. Пойдет, пошляк, Василий, пошляк, а. Я тебе такой скажу. Что ж такое, может, по цивильному что-нибудь. Что по цивильному? По культурне. По культурне? Ну. Ну, сейчас подожди, я сейчас вспомню, может быть. Да ладно, пойдет уже, спасибо тебе. На этом. За компанию. Не, по культуре. Друзья, это наш друг Вася. Спасибо, Вася. Быть добру. На здоровье, ребят. Вам не хвалить. Я тоже свой век доживаю уже. Ну ладно, доживаешься. Да, молодой еще. Ну что, мне 54 уже. Ну и что? А мне говорят, нихера тебе вот на вид, глядишь, тебе не ходит. 40 на вид. Говорят, лет 40. Ну сохранен. Молодец, пойдет. Спирт сохраняет. Монтана у тебя, да, олимпуха? Вот это? Это с 90-х, наверное, еще. Ты не знаешь, мне это меня соловей подогнал. Монтана. Пойдет. Она вещь, Сашка, она это вот. О, не буду. Замок? Замок я здесь зашил. Тяжело он делать. Эх! Замок, давай! О, блин, нет. Не надо, не надо лучше. Не, пол литра. Васек, пол литра бьется нам. Не надо. Это очень крепко какая-то.